За плечами этих людей, проживших вместе 50, 55 и 65 лет, большая жизненная дорога, на которой было все – и радости, и печали. Но они смогли все пройти, все пережить и на склоне лет быть вместе. Много говорят о том, что институт семьи, ну, где-то, может быть, уже устарел, где-то нам предлагают жить в гражданском браке, и не говоря уже о других каких-то видах сосуществования. Но вы своей жизнью, своим примером опровергаете все это и говорите нам о том, что жить дружно, вместе, деля радости и невзгоды, можно и нужно. Елена Добрина передала сердечное поздравление и от главы района Олега Хрумова, вручив каждой паре подарки, цветы и благодарственные письма. Спасибо вам за поздравления. Дорогие хорошие слова о верности, о дружбе. Это действительно очень нужно, что если вот мы прожили 60 лет. У каждой семьи своя история. Галина Алексеевна Ломаева – заслуженный учитель Российской Федерации. 16 лет проработала заведующей ГОРАНО. Ее супруг Геннадий Иванович – орденоносец знака почета. Я после армии заканчивал, значит, 10 класс, а Галина Алексеевна после пединститута была направлена в рабочую школу молодежи работать. Вот там встретились. Я скажу, что мне подфартило. Чем? То, что такая попалась женщина. Какая? Очень хорошая, надежный товарищ, хороший друг. Как вот ваш ученик-то? И по жизни был вашим учеником? Или уже потом? Нет, по жизни, конечно, это уже не ученик, это стена, за которой, ну, надежная стена. Да еще при такой работе, когда с утра и до ночи в школе, да? Когда в дальнейшем на такой должности непростой, в общем-то, конечно, во многом дом был на нем. Попелышко Светлана Васильевна и Алексей Васильевич – оба ветераны. Она труда, он вооруженных сил. Вырастили двух дочерей, двух внуков и двух внучек. Меня зовут Степан, я люблю своих бабушку и дедушку, потому что они очень хорошие, добрые и помогали мне всегда. А чтобы дожить, вот, допустим, до золотой свадьбы, может, повезет и еще, вот, что не верится до сих пор, вот, надо уступать друг другу. Хоть это банально, и сказано было, когда мы расписывались еще, молоденькие, ей было 18, мне 21. Вот, вот это, если только уступать, тогда проживешь всю жизнь. Все юбиляры семейной жизни, которых поздравляли в этот день, внесли свой вклад в развитие района, напутствуя и своих детей на добрые дела. Чтобы были они честные, аккуратные, не занимали всякой грязью, воспитывали своих детей, как и нас воспитывали. Я счастлива, у меня хорошие дети, у меня хорошая невестка, внуки. Я с удовольствием, я счастлива тем, что у меня семья сплоченная. Чествование юбиляров семейной жизни в Ленинском районе стало традиционным. На примере старшего поколения молодежь видит настоящие жизненные ценности. Когда есть дети, внуки, любимое дело, одним словом, семья. Людмила Медведева, Павел Игнатьев, Анастасия Нурхонова, «Видное ТВ».